После первой танковой атаки, когда в Грозном схлестнулись чеченская оппозиция, поддерживаемая Москвой, и дудаевцы, сторонники мятежного генерала, мирные жители удивленно смотрели на сгоревшие танки. За 3 года до войны у людей уже украли пенсии, пособия, зарплаты, многие дети торговали на рынке с родителями, кто-то просил милостыню. В Грозном было полно мирных русскоязычных жителей, а сторонники Джохара Дудаева были настроены весьма бодро. Наш президент здесь! И мы за своего президента пойдем в огонь и в воду! А что, пойдем? Показали здесь на площади в танковых боях! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!